Давайте мы возьмем любую жопу. Выгоняли ли вас из клуба или ресторана когда-нибудь? Я не бываю в ресторанах и в клубах. Когда? Нет, ну в ресторанах бываю, но никто не выгонял никогда. Я сижу тихо, спокойно обедаю. А может вспомнить студенческую какую-то молодость? Из столовой не выгоняли. ВТО. ВТО ваш любимый, да? Да, конечно. Фишку возвращают. Там не выгоняют, там наоборот. Вы там почетный гость? Нет, почему? Я много там актеров было, много наших. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».